20 километров в асфальт. На городских магистралях начался капитальный ремонт. Коммунальный терминатор. В Благовещенске к борьбе с должниками подключили вездесущий аппарат. История в бутылках. В музее открыли стеклянную и немного пыльную выставку. Об этом и многом другом расскажем через несколько секунд. Добрый вечер. Вы смотрите новости информационного агентства «Город». В студии Елена Хохулина. И к первой теме. 5 семей погорельцев из Зейского и Бурейского районов получили свидетельство на приобретение новых квартир. По поручению губернатора области Александра Козлова, специалисты Амурского ипотечного агентства изучили жилищный рынок на территориях. Подобрали около 50 вариантов. Напомним, в результате лесных пожаров в Приамурье сгорело 19 жилых домов. В них жили 59 человек. Новое жилье они получат, исходя из социальной нормы, по 18 квадратов на человека. На покупку квартиры из резервного фонда амурского правительства выделено почти 32 миллиона рублей. Часть погорельцев выразили желание уехать из родного села и попросили подобрать для них жилье, например, в Белогорске. И к другим темам. Дорожников предлагают штрафовать за несоблюдение правил проведения ремонта. С такой инициативой в Госдуму обратился премьер-министр Дмитрий Медведев. Если она пройдет, то за халатность подрядчикам будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Отвечать им придется за отсутствие на трассах предупреждающих знаков о проведении ремонтных работ, а также за выбоины и ямы, которые остались после проведения ремонта. Если предписание властей, обязывающее устранить нарушение, не будет выполнено в срок, дорожников и вовсе предлагают отстранять от ремонта и строительства дорог на срок до 3 лет. Коснутся ли новшества благовещенских подрядчиков, уже начавших ремонт в городе, покажет время. Пока в рейтинге, который составила инспекция Общероссийского народного фронта, дороги столицы Приамурья входят в 20-ку самых лучших в стране. Завтра в Благовещенске закроют участок улицы Лазо от Ленина до Зейской. В рамках дорожной кампании там планируют заменить асфальтобетонное покрытие. А сегодня капитальный ремонт в городе идет одновременно на 3 участках. Какие улицы водителям стоит объезжать и когда закипит работа на мосту через Зею? Расскажем в сюжете. Одним из самых протяженных участков, которые в этом году приведут в порядок, станет улица Магистральная. От Дорожного полицейского до Калининской кольцевой развязки. Ремонт ее влетит в копеечку. Заменить покрытие здесь придется более чем на 1,5 километрах пути, учитывая путепровод. Рабочие уже приступили к укладке первого выравнивающего слоя. А в целом в рамках дорожной кампании в городе отремонтируют почти 18 километров магистралей и закончат строительство 2 километров новых. В 800-м квартале у нас сейчас идет это дорожное полотно, устройство дорожного полотна, это ливневая канализация. Ну и планируем в этом году все-таки попробовать заасфальтировать все 3 улицы. Это Зеленая, Муравьева, Амурская и Шафира. Но вообще у нас по плану это на следующий год полностью закончить там все виды работ. Сейчас для проезда водителей закрыты участки улицы Горной, что в Маховой Паде, Магистральной и Текстильной между Кузнечной и Шимановского. На последнем отрезке в прошлом году заменили ливневку. Сейчас демонтируют старое покрытие и устанавливают бордюры. Работы на участке завершат в течение 2 недель. Самый продолжительный ремонт, около 4 месяцев, ожидает перекресток улиц Мухина и Игнатьевского шоссе. Мухина у нас будет закрываться на 3 этапа, то есть чтобы перекресток работал хотя бы 40%, чтобы не было сильного коллапса. Мы зависеть будем от водоканала, который будет менять водопровод, уже сильно изношенный. И следом с ним, за ним мы будем уже стараться идти в ногу, чтобы не было задержек. Подготовительные работы на Мухина начнутся 1 июня, тогда как еще один трудоемкий участок – мост через Зею – начнут ремонтировать уже на следующей неделе. Параллельно с дорожным ремонтом рабочие укладывают тротуары. Плитка появится на Краснофлотской от Первомайского парка до спорткомплекса «Юность» в районе перекрестка улиц Студенческая, Игнатьевское шоссе и 50-летия Октября – Текстильной. Кристина Добровольская, Денис Лугов, Михаил Величкин. Программа «Город». Взыскивать долги коммунальщикам теперь помогает терминатор. С помощью нового аппарата высокого давления, который в АКС приобрели меньше месяца назад, слесари стали устанавливать канализационные заглушки намного быстрее. Кроме того, теперь они могут добраться по стоякам даже до труднодоступных квартир, куда раньше пройти не могли. За процессом работы наблюдала наша съемочная группа. Гибкое соединение и более эластичное, и форма заглушек.
все. То есть те заглушки были более несовершенные. Готовность терминатора, так называется новый аппарат, к работе слесари проверяют до того, как подняться на крышу. Гибкий шланг должен быть без повреждений, а новые заглушки плотно прилегать к манипулятору. Эти заглушки отличаются от предыдущих тем, что они более плотно прилегают в общедомовом стояке, тем самым блокируя поступление воды от должника, от квартиры должника в общедомовой стояк. Но раньше заглушки были чуть другие, и они состояли из трех лопастей, а между ними были отверстия, щели. Поэтому вода немного уходила. На крыше слесари работают четко и быстро. Главное здесь настроить камеру, которая поможет специалистам посчитать нужные ответвления по этажам, чтобы не ошибиться квартирой. В доме по адресу Ленина 235 заглушками оборудовали две квартиры. Хозяева одной накопили долг за коммуналку в 21 тысячу рублей, другой в 35. Чтобы вновь пользоваться благами цивилизации, жителям нужно будет либо погасить долг полностью, либо воспользоваться реструктуризацией. Коммунальщики демонтируют заглушки в течение 2 дней, а в случае повторной задолженности снова поставят. Нет необходимости накапливать задолженность такими цифрами, как 50 тысяч, 100 тысяч, повторяю, достаточно 2 периода неоплаты. То есть 2 месяца. 2 месяца не оплатили, все, задолженность может и не превышать 10 тысяч рублей. Сейчас общий долг благовещенцев за одно только водоотведение превышает 85 миллионов рублей. Отключение от канализации, признаются коммунальщики, самая действенная мера по взысканию этих денег. Причем в максимально короткие сроки. Поэтому ежемесячно таких заглушек устанавливают по 30. Наталья Спицына, Андрей Белый, программа «Город». Возможность лучше подготовиться к сдаче единого государственного экзамена появилась у благовещенских выпускников. Рособорнадзор опубликовал на сайте Федерального института педагогических измерений реальные задания с досрочного ЕГЭ, которые сдавали в марте. По одному варианту с каждого из 14 предметов. Между тем, правила организации госэкзамена вновь ужесточили. Все помещения, которые не используются в этот день, должны быть опечатаны и заперты. Все стенды и плакаты в аудиториях закрыты. Обязательным стало дежурство врача в пункте проведения ЕГЭ. Если школьнику станет плохо, он сможет составить акт о том, что экзамен не сдан по уважительной причине. Кроме видеонаблюдения и металлоискателей, по решению комиссии пункты могут быть оборудованы средствами подавления сигнала связи. А видеозаписи с экзамена и работы выпускников будут храниться до 1 марта следующего года. Более 12 миллионов рублей потрачено из городского бюджета на подготовку к летнему сезону загородных и пришкольных лагерей. В конце мая состоится приемка оздоровительных учреждений, а 1 июня воспитатели и вожатые примут первых подопечных. Раньше всех двери распахнут 19 пришкольных лагерей. 4 июня первая смена начнется в загородных Огоньке и Гагарина. Путевки еще есть. Кроме того, этим летом будут работать 47 профильных смен, в том числе палаточных лагерей. А на базе 5-й школы впервые откроют профильную смену для детей с ограниченными возможностями. Цены на путевки по сравнению с прошлым годом поднялись незначительно, не более чем на 10%. Городской бюджет компенсирует родителям от 4 до 6,5 тысяч в зависимости от вида лагеря. Пребывание в пришкольном с учетом компенсации обойдется родителям в 9 тысяч рублей, в загородном – до 21 тысячи рублей. Любой родитель может посчитать. Пятиразовое питание, плюс очень интересная программа, плюс бассейн, все это за 1000 рублей в сутки, наверное, не каждый родитель сможет так обеспечить. Приручить пожарный рукав и остановить кровотечение у деревянного Гоши. Такие непростые задания сегодня выпали на долю благовещенских школьников. Около сотни подростков приняли участие в состязании «Школа безопасности», которую организовали для них сотрудники МЧС. Что из этого вышло, узнаете из сюжета. На старт. Внимание. Марш! Я чувствовал себя как в танке. У меня выпала перчатка и нечаянно ремень, которые были у меня сильно большие. Ну, было, в общем, очень интересно. Нужно быстро бегать, это подключать все.
двумя руками беремся, приставными шагами, вот так, вот так. Каждый год ставим разную дистанцию, стараемся совершенствовать. И вот что новенького преподносим, здесь и как бы немножечко ошибаются. Бывает, и ошибаются в ориентировании, вот как, допустим, сейчас команда убежала в другую сторону, да? Где-то очень быстро спешат, суетятся, срыв на самых элементарных, там, простых веревках. Примазываем на шею только бинтом. Это, допустим, пусть будет такой бинт. Накладывается выше. Ну так-то мы его задушим. Они нормальные, глупые, они одной команды. Наверное, было рассуждение во мнениях, и в самом начале было немного непонятие карты, поэтому немного с ориентированием самим были проблемы. Заблудились на второй сопке, считали, что она единственная, и заблудились на самом верху. Аллея маньчжурского ореха выросла возле Благовещенской школы номер 17. С инициативой озеленения района выступил председатель городской думы Степан Попов, а подхватили ее старшеклассники. За процессом наблюдала Ксения Богданова. Чтобы деревья росли ровно. Вбиваем колышки, чтобы их не покосило. Четыре десятка саженцев, сотни деревянных колышков и желание благоустроить родной город. Вот и все, что нужно для создания будущей аллеи. Десятиклассник Максим и его сверстники работают быстро. Опыт садоводства уже есть. Мы выезжали на Новотроицкое шоссе, тоже сажали деревья. Появятся же также сыновья, внуки, когда школу закончу, буду приходить. Вот все, я это дерево посадил, что еще табличку обязательно прибить, что я его посадил. Всероссийская акция «Посади дерево» стартовала в конце апреля, и 17-я городская школа приняла в ней самое активное участие. Перед Днем Победы старшеклассники совместно с ветеранами высадили сирень, а первоши – аллею сосен. С высадкой маньчжурского ореха помогла городская дума. Инициатором сегодняшней нашей вот работы стал председатель городской думы Попов Степан Вячеславович. Вот им было приобретены деревья, был осуществлен подвоз. И вот сейчас совместно мы высаживаем на улице Политехническая целую, как видите, аллею этих деревьев. Вот ребята восприняли это все с энтузиазмом, работают, вы видите, что очень активно, хорошо, весело. На посадку деревьев потратили всего 2 часа. Кстати, маньчжурский орех для аллеи выбрали не случайно. Он очень хорошо очищает воздух и может расти до 200 лет. А значит, порадует еще не одно поколение школьников. Ксения Богданова, Михаил Величкин, программа «Город». Мост дружбы возвели сегодня между Благовещенском и Хэйхэ. Амурские школьники отправились в гости в Китай, чтобы познакомиться с загадочной культурой соседей. В Хэйхэ наши школьники пробудут 2 дня. Там их научат основам китайской каллиграфии и проведут экскурсию по национальному парку. После того, как ребята вернутся домой, к ним в гости приедут дети из Поднебесной. Для них в Благовещенске тоже подготовили интересную программу с мастер-классами и совместными спортивными соревнованиями. Обмен детскими делегациями давно стал доброй традицией, скрепляющей дружеские отношения между соседними городами. В краеведческом музее открылась новая экспозиция. Крайне хрупкая, потому как все экспонаты из стекла. Более 1000 флаконов, графинов и бутылок конца 19-го – начала 20 века из фондов переехали в холл всего на 13 дней. Как готовили стенды к открытию, видела Наталья Спицына. Большая часть старинных склянок в пыли и грязи, но это не от недосмотра. То, что в бутыльках, такая же историческая ценность, как и сами емкости. Этот пузырек с неизвестным содержимым, например, из городской аптеки 19 века. То, что сохранилось в этом бутылечке, было передано в музей, вес хранится на постоянном хранении, поэтому мы не имеем права их не мыть. Можно только сверху протереть
тряпочкой от пыли. На стендах сотрудники музея крайне аккуратно разместили в общей сложности больше 1000 экспонатов. Это и емкости из-под масла и уксуса, и старые сифоны середины 20 века. На отдельном стенде флаконы из-под духов с конца 19 века и по 70-е годы прошлого столетия. Многие из них до сих пор сохраняют аромат. Они давно не выставлялись, и я думаю, они представляют интерес для посетителей музея, так как стеклом, бутылочками, флакончиками, баночками пользуемся ежедневно. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Ну и посетителям будет интересно посмотреть, какие баночки, бутыльки были в разное время. Мужчин заинтересует другой тематический стенд – бокалы из-под пива и огромные бутыли из-под более крепких напитков. В конце 19 века в этой бутылке хранился коньяк, который разлили в Москве на заводе Николая Шустова. Спустя годы ее нашли в Благовещенске в одном из старых домов города. Экспозиция будет открыта для посетителей музея вплоть до 26 мая. Наталья Спицына, Денис Лугов, программа «Город». По 100 тысяч рублей получат автор книги «Ревизор восточного полушария» и создатели реконструкции боя с японскими интервентами. В правительстве области тайным голосованием определили лауреатов региональной премии в области литературы и искусства. За звание лучших боролись 9 номинантов. Оставить отзыв на каждого можно было на сайте Министерства культуры. Комментарии посетителей учли при определении победителей. Таковыми стали сборник повести, рассказов и стихов Владислава Лецика «Восточный ревизор» и масштабная военно-историческая реконструкция освобождения северо-востока Китая от японских милитаристов. Торжественная церемония вручения премий пройдет 2 июня. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, с новостями города вы можете знакомиться на сайте tvgorod.rf. В редакцию новостей звоните по телефону 52 4202. Приятного вам вечера. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – фирма по производству пластиковых окон «Максимус». Отличное качество за разумные деньги. В среду, 18 мая, в Благовещенске утром 20 градусов выше нуля. Пасмурно. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Днем столбик термометра взлетит до 27 градусов со знаком «плюс». Возможно, гроза, но осадки маловероятны. Вечером разъяснится, плюс 21, ветер подует с севера. Ночью на 4 градуса прохладнее, ветер слабый, снова погремит гром. Металлопластиковые окна и двери от фирмы «Максимус». Это надежность и долговечность в использовании. Отличное качество за разумные деньги. Фирма «Максимус». Телефон 592-322.